Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Российские теннисистки остановили грозного соперника на международном турнире. Самарские кикбоксеры поедут на чемпионат России. Самарские дзюдоисты выиграли первенство Поволжья. В Уфе, Башкирия, самарские дзюдоисты выиграли первенство Поволжья в поединках стенка на стенку. То есть командные соревнования, когда после каждой победы присуждается одно очко. На пути к первому месту Самара одолела Пензу и Уфу с одинаковым счетом 9-0. А Пермь сдалась, когда на табло горело 7-2. В финале команда Татарстана уступила 6-3. В матче за первое место, но уже среди девушек, вновь боролись Самара и Казань. И вновь победу праздновала сборная команда под дзюдо 63-го региона. Самарские кикбоксеры тоже показали класс на чемпионате Поволжья в разделах К1 и полный контакт. Теперь по итогам соревнований самарские мастера поедут на чемпионат страны, ведь они выступили на равных со сборной Башкирии. 55 медалей в копилке, правда, по числу золотых наград у Самары на одну меньше – 18. Столько же первых мест и у Саратовской области. Пока не знает поражений, но уже на международном теннисном турнире в Дохе тольяттинка Дарья Касаткина. В паре с Еленой Весниной из Сочи она в четвертьфинале переиграла первый дуэт планеты Мартина Хингинс с Ани Мирза, Швейцария-Индия, со счетом 2-6, 6-4, 10-5. В итоге российская пара прервала выдающуюся победную серию Хингинс-Мирза из 41 матча. Последний раз они проигрывали в августе прошлого года в Цинциннати. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.